Всем привет, и я вернулся после кражи канала. Ну а в этом видео я вам расскажу об интересной англо-русской войне, длившейся более 5 лет. Британская и Российская империи столкнулись между собой в период наполеоновских войн, а бои проходили в Финляндии, в Средиземном море, в Адриатике и в Атлантическом океане. О да, и кстати, в конце видео я подробно расскажу, что случилось с каналом, с разными скринами и деталями. Предыстория конфликта. После того, как Россия потерпела военное поражение в кампании против Франции в 1806 и 1807 годах, она была вынуждена начать мирные переговоры. В Тильзите 25 июня 1807 года состоялась встреча российского и французского императоров Александра I и Наполеона I Бонапарта. На встрече Александр I заговорил первым: «Я, так же, как и вы, ненавижу англичан и готов вас поддерживать во всем, что вы предпримете против них. В таком случае», – прозвучал ответ Наполеона I, – «мы сможем договориться и мир будет заключен». Между Пруссией и Российской империей с одной стороны и Французской империей с другой был подписан Тильзитский мир, по которому Россия присоединилась к континентальной блокаде против Великобритании. Эта блокада ударила по экономике как России, так и Соединенного Королевства. Во время наполеоновских войн британский флот наносил большой ущерб Дании и вынудил ее тем самым принять сторону Наполеона I. Заключив с Францией союз, Дания готовилась объявить Великобритании континентальную блокаду. Но 16 августа 1807 года британцы высадили свой десант в Дании, началась англо-датская война. 7 ноября британские войска взяли Копенгаген. Дания издавна была союзником России на Балтийском море, и захват Копенгагена вызвал в Петербурге сильное недовольство. Александр I, основываясь на трактатах, заключенных между Россией и Швецией в 1790 и 1800 годах, потребовал от последней, чтобы и ее порты были закрыты для британцев, и, узнав, что она заключила союз с Великобританией, объявил ей войну. В феврале 1808 года русские войска вошли в Финляндию, начав тем самым последнюю русско-шведскую войну 1808-1809 годов. Швеция вскоре потерпела поражение от России, после чего заключила мирный договор с Россией и примкнула к континентальной блокаде. Финляндия же в результате стала частью Российской империи. Начало войны. Россия мобилизовала 24 тысячи солдат, в то время как ее население насчитывало 40 миллионов человек. Британия, в свою очередь, при 11 миллионам населения и 400 миллионам по всей империи, призвала на военную службу и боевые действия 20 тысяч солдат. Боевые действия велись в Атлантическом океане, Средиземном, Адриатическом, Баренцевом и Балтийском морях. Но сражения эти были немасштабные и носили скорее характер отдельных боевых столкновений небольших сил каждой из сторон. 3 мая 1808 года в южноафриканском порту Саймонстаун британцы задержали российский шлюп «Диана» под командованием Василия Михайловича Головнина, направлявшийся в Тихий океан для научных работ. Два самых кровопролитных сражения этой войны произошли в июле 1808 года в Балтийском море. Русские потеряли 74-пушечный линейный корабль «Всеволод» и 3 канонерские лодки. Экипажи всех этих кораблей были почти полностью перебиты. Потери британцев были незначительны, а потерянных кораблей у них и вовсе не было. 28 октября 1807 года, после сильного шторма, российские корабли зашли в Лиссабон для ремонта. 30 октября в эту же гавань вошел британский флот. Российский адмирал Синявнин был застигнут врасплох, но британцы не стали атаковать разбитые штормом российские корабли. 23 августа 1808 года Синявин заключил с британцами договор, по которому он передавал свои корабли британцам на хранение, но с условием, что Великобритания их выдаст через полгода после заключения мира с Россией в том же состоянии, что и получила. 31 августа эскадра Синявина, 7 линейных кораблей и фрегат под русским флагом вышла из Лиссабона и 27 сентября прибыла в Портсмут. Еще 2 линейных корабля, Рафаил и Ярослав, из-за аварийного состояния остались в Лиссабонском порту.
5 августа 1809 года русские корабельные команды вместе с флагами своих кораблей на английских транспортных судах вышли из Портсмута и 9 сентября были доставлены в Ригу. В 1813 году Великобритания вернула России два линейных корабля, сильный и мощный, и орудия с остальных кораблей, за которые была выплачена денежная компенсация. 12 июня 1809 года по пути из Ревеля в Свеоборг 14-пушечный катер был атакован британским 44-пушечным фрегатом, в результате чего 4 русских моряка погибли, а сам капитан Невельской был ранен. Британский флот захватил экипаж. Дав подписку не служить в продолжении войны против Британской империи, моряки были отпущены на свободу в порту Либавы. Действия британцев на Белом море ограничились нападением на город Колу и разорением рыбацких пристанищ на Мурманском берегу. После того, как между Швецией и Россией был заключен мирный договор, Великобритания прекратила боевые действия против России в Балтийском море, а в 1810 и 1811 годах боевые действия между Соединенным Королевством и Российской империей вообще не велись. Конец войны. В 1812 году Наполеон вторгся в Россию. Континентальная блокада, которую Александр I был вынужден объявить Великобритании после Тильзитского свидания с Наполеоном, была прекращена. Торговля, в которой остро нуждались как Россия, так и Британия, была возобновлена. Уже 18 июля 1812 года в городе Эребру, Швеция, Великобритания и Россия подписали мирный договор, по которому Россия возобновляла торговлю с Соединенным Королевством, а британцы, в свою очередь, оказывали русским поддержку против Наполеона в начавшейся Отечественной войне. Договор имел огромное политическое влияние, но на исход войны 1812 года повлиял мало. Ну а на этом не все. Как я и обещал, рассказываю, что случилось с каналом. Только прежде чем я начну, пожалуйста, поставьте лайк и напишите очень много комментариев, потому что злоумышленники просто убили мой канал и алгоритмы для продвижения моих видео просто слетели. Прошу вас огромной помощи. В описании вы можете просто скопировать слова и написать их в комментарии. Любой комментарий будет очень полезен в восстановлении активности на канале. Заранее вам спасибо. 19 апреля в 3 часа ночи в 44 минуты на мою резервную почту пришло уведомление о смене пароля и номера на аккаунте, к которому был привязан канал. Поскольку это происходило ночью, я, конечно же, не мог уследить за этим и попрепятствовать краже канала. Весь день я писал куда только можно и нельзя, но все было тщетно. И я даже несколько удивлен, почему такая огромная корпорация Google так вальяжно помогает авторам YouTube. И в возвращении канала Google мне никак не помог. А 20 апреля случилось самое ужасное, что и увидели многие подписчики. На моем канале начали запускаться прямые трансляции с криптовалютой. Канал переименовался в Ethereum Foundation US, а на канале пропали все видео и все его оформление. К тому времени я уже отослал Google 3 письма о краже и взломе аккаунта. Кстати говоря, злоумышленник продал мой аккаунт и канал этим криптотрейдерам, но вскоре вернул его у них. Следующие 9 дней я не знал, что делать, и я пытался смириться с потерей канала. Но 29 апреля мне друг Veritas Winchit, ссылка будет на него в описании, присылает пост из сообщества из канала Trash, у автора которого случилась аналогичная ситуация. Ах да, я не рассказал, как мой канал смогли украсть. 11 апреля мне написали на почту якобы из компании Lumpa с предложением прорекламировать их программу по очистке мусора на компьютере. Казалось бы, но тут самый очевидный лохотрон, но я дурак повелся, потому что я на ютубе всего год и много пока еще чего не знаю. Да и вообще я достаточно молодой, чтобы знать схемы угонов разных вещей. Так вот, я скачал программу, но сказал рекламодателю, что программа у меня блокируется антивирусом, хотя это было не так. После этого сообщения он мне перестал писать, и спустя неделю меня он и взломал. Вернемся к каналу Trash. Я решил ему написать на почту, как у него вышло вернуть канал за 5 дней. Он мне порекомендовал обратиться к YouTube в Твиттере, но опять же тщетно. Я написал в Твиттер около 9 раз в течение 2 дней.
3 мая я зашел в Инстаграм и вижу, что в запросах на диалог мне написал чувак, которому, как я позже выяснил, попытались продать мой аккаунт. Но этот же чувак потребовал от меня выкуп в виде сначала $450, а потом и 100, но ничего я из этого не собирался платить. Он мне сказал, что он из Молдовы, но я не пальцем деланный, решил проверить, на кого он подписан, и спустя проверки нескольких человек оказалось, что он из Узбекистана. Потом мне Джонни, как он представился, предложил поговорить в Телеграме, куда он мне скинул контакт человека, который ему и втюхивал мой канал. Как я выяснил позже, продавец был из Швейцарии. Да, я сам сначала отказывался верить своим глазам, и представившись подписчиком канала и племянником сотрудника службы безопасности Украины, узнал, что этот человек обладает целой сетью украденных каналов, но, как он сказал, он лишь продает аккаунты, а ему их дают. В итоге, с помощью моего хорошего друга Феликса Круля, канал был возвращен мне по очень секретной схеме. Если на видео наберется 10 тысяч лайков, которые никогда не наберутся, то я подумаю, рассказывать или нет, как конкретно был возвращен канал. Также я хочу поблагодарить Максима Печуру, Михаила Орлова, автора канала Анчар, Семена Багрова, Павла Романова, автора канала World Heraldry, Алексея Ульянова, Ukraine Bola, автора канала Геоистория, который мне посоветовал, что делать, автора канала Easy History, Ваню Шульгу, Влада Нечипора, АК Веритаса Винчита, автора канала Ранний, автора канала Простая История Женю Гагарина и Владимира Ярового, а также автора канала Десятитомник, Анну Валевскую, автора канала Russian Ball, Данилу Андреева, Даниила Бараховского, Колю Игнатьюка и Пашу Петрова. Они все мне написали во ВКонтакте с поддержкой, и один Максим Печура в Вайбер. Также есть люди, которые мне помогли чуть иным образом. Автор профиля в Instagram History and Political, автор канала Усы Вильгельма и автор профиля в Instagram Вильхельм Мустач. Также много людей мне писали на Ютубе, но, к сожалению, я записал лишь немногих. В частности, это парень из Израиля, Зуко Дзукеро, Ярнар Исмагулов, Суоми, Либерала-консерватор, USA Brutal, Генерал Крылов, Азамат Найзабай, я мог неправильно выговорить эту казахскую фамилию, и еще много кому. Извиняюсь, что не могу найти ники всех в комментариях, поскольку я, наверное, спать не буду, пытаясь отыскать вас. Прошу огромное прощение, кого не назвал. Я могу понять тех, кто остался без упоминания. Пишите мне в комментарии к тех, кто мне помогал, я лайкну вас и отвечу вам. Я никого не забыл, просто найти вас не могу. Ну а на этом уже все. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте лайк и напишите хоть 10 любых комментариев, чтобы этот ролик продвигался ютубом, а то мошенники убили мой канал напрочь. Заходите на мою страничку ВКонтакте, там я пощу карты мира. До скорого!